Короче, слухи. Свободный художник, так друзья называют Леонида Ермольника. Проработав в этом театре, на Таганке, много лет, понял, что звания в нашей стране мало что значат. Сегодня эти звания носят невероятное количество артистов. Взять просто один московский театр, там каждый второй – народный артист. На мой взгляд, это не прибавляет ни уважения, ни знака качества, говорил Ермольник. Друзья не устают восхищаться Леонидом Исааковичем. Именно Ермольник на протяжении долгого времени не жалел денег и сил для спасения своего тезки Филатова. Почему он мои беды на себя взял, ума не приложу. Ведь это же мука, 3 года, не день-два, даже не месяц. Он и деньгами помогал, и не деньгами. Нужна была новая аппаратура итальянская, какие-то трубки, шланги. Он куда-то съездил, приобрел, лекарства тоже нашел, с врачами контакт ежедневный. Вот я сижу сейчас в Барвихе, благодаря Леньке. Правительству и в голову не пришло такие подарки делать. Приводит слова Филатова Захарчук. Любите свою жизнь и подписывайтесь.